Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телекомпания ТН, программа «Афиши». Мы рассказываем о событиях культуры. Искусство — тема непростая, и в первую очередь от того, что творческие люди очень ранимы. Порой сложно воспринимать критику. Ну а единодушного мнения о произведении искусств редко услышишь. Задача нашей программы — не только расшевелить зрителя и привлечь его внимание к событию, хотя в этом случае острая рецензия более эффективна, чем захваливание, но и расшевелить самих творцов. Что скрывать, есть некий творческий застой в нашем городе и есть проблемы. Сегодня в программе мы продолжим театральную тему. Два сюжета. Генеральная репетиция в Театре музыкальной комедии и визит в наш город театральных критиков. Покажем две выставки, сравнивать которые ни в коем разе нельзя. Одна открылась в выставочном зале Союза художников, а другая в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир». На прошлой неделе состоялся Демидовский бал, где были названы лауреат. И, конечно, мы не могли пропустить его. Все же это значительное событие для нашего города. Побывали мы и на рок-концерте, где выступили барнаульские группы «Дубовая роща» и «Восвояси», а также московские гости «Ва-банк». Демидовский бал стал традиционным. Каждый год в конце февраля Демидовский фонд выбирает лауреатов и вручает премии. В этом году бал не отличался оригинальностью. Состоялся он в шоу-центре «Колизей». Были традиционные речи, театрализованные представления, своеобразные прелюдия к главному событию, а именно объявлению лауреатов. Краевая общественная организация «Демидовский фонд» проводит Демидовский бал. Ежегодную церемонию вручения гуманитарных премий представителям культуры и экономики нашего края, чья жизнедеятельность совпадает с девизом нашего фонда «Дела, не слова». И вот торжественный момент настал. В номинации «Архитектура» были отмечены сотрудники НПЦ «Наследие» за реставрацию объектов культуры. Премию в номинации «Музыка и исполнительское искусство» получил ансамбль «Руснари». В номинации «Литература» Анатолий Кириллин. История, доктор исторических наук Татьяна Щеглова, завкафедра истории БГПУ. Художественное искусство, имелось в виду, наверное, изобразительное искусство, лауреатом стал Ильбек Хайрулинов. И последняя номинация «За достижения в промышленном производстве и предпринимательстве» был отмечен творческий коллектив инициаторов производства энергосберегающих пластинчатых теплообменников. Отличительная особенность бала стало присутствие на нем губернатора. Это, конечно, придает и весомости, и значение этому мероприятию. Я, в общем-то, первый раз присутствую на церемонии Демидовского бала, на награждении победителей. И как бы вполне, ну, не могу сказать удовлетворен, неудобно так говорить, но мне понравилось, как по-простому, по-человечески. Я от души поздравляю всех лауреатов премии Демидовского фонда. Удовлетворен, в принципе, что оттенок направлений, что ли, или действий Демидовского фонда, гуманитарный, в принципе, то это очень хорошо. Наверное, эта награда является, не наверное, а точно, одной из самых значимых, не сама премия, а вот сам знак победителя в Алтайском крае. Думаю, что люди, которые сегодня награждались этим знаком и премией,
одни из самых уважаемых людей по соответствующим направлениям в Алтайском крае. Пятьдесят лет творческой деятельности, 80 лет со дня рождения – это серьезные даты. И, конечно, художнику подобает отмечать юбилей большой представительной выставкой, что и сделал Михаил Яковлевич Буткеев. Это известный алтайский художник, плодотворно работающий даже сейчас. Его творчество – это целый пласт в алтайском искусстве. Многие его работы в собрании Государственного художественного музея. В собрании музея 47 произведений живописных Михаила Яковлевича, в разные годы созданные, буквально можно сказать, что представлено его творчество от 50-х годов до сегодняшнего дня. Правда, это не самая большая коллекция, я бы сказала, не очень большая, 47, но 4 из них подарены художникам. И представлены все темы в этих произведениях, но особенность этой коллекции в том, что в последние годы, конечно, не комплектуются. То есть так целенаправленно, как раньше, произведения не приобретаются. Вот сейчас большая выставка, и с этой выставки хотелось бы коллекцию пополнить, но это весьма проблематично. И вы знаете, вот и эта выставка, и все проходящие выставки, и вообще Михаил Яковлевич Буткеев как человек, как общественный деятель, как художник, это уже такая славная страница нашего сегодняшнего искусства, но и вообще искусства края в целом. Потому что, безусловно, даже в последних работах, в работах 60-х годов, видно такое добротное изучение, освоение самостоятельное на лучших примерах русской художественной школы и творчество традиций первых художников Алтая. И вот оттолкнувшись от этого, сам себя по существу художник сделал. И за это ему честь и хвала. Инна Константиновна, а какая тема из вот монгольской, например, Алтай, градостроительная тема, какая вам ближе? Искусствоведы у нас совершенно особенный подход к творчеству-то. На какой-то период отходит вот такое чисто, что мне нравится, не нравится. Вот именно прям нравится, не нравится. А сразу вступает уже, это никуда не денешь, что в этой то, в третьей то. То есть каждая самоценна. Вот это так же, как разнообразие стилей художественных. Каждая самоценна по-своему. И здесь... Ну вот и здесь та же самая в творчестве Михаила Яковлевича. Он в Монголии, как Гуркин, открыл пространство и цвет. Это было очень видно. В пейзажах Барнаула он увидел то, что до него никто так пристально не видел. Красоту деревянной архитектуры. В Горном Алтае это совершенно своя специфика. Это какая-то, знаете, не только природа Горного Алтая, высокогорье, долины, но это еще человек. И это, безусловно, с Буткеевым связано, это какая-то своеобразная, совершенно особенная, с огромной любовью написанная горно-алтайская лошадь. Вот это то, что на первый взгляд так возникает. А вот сегодня на выставку пришла, смотрю, тут портреты, они тоже по-своему очень интересны. Все профессиональные театры города за последний месяц отметились премьерами. Вот и настала очередь театра музыкальной комедии. Мы побывали на генеральной репетиции спектакля «Ханума». Репетиция – это рабочий момент. Последние штрихи, нюансы, надо успеть что-то доработать до премьеры. «Ханума», похоже, получился спектаклем ярким, колоритным. История эта довольно смешная. Действие происходит в Тбилиси, то есть в бывшем Тифлисе. И, слава богу, здесь нет никаких параллелей. Даже самый предвзятый зритель не найдет здесь намека на президента Шеварнадзе, Панкийское ущелье, не даже на лиц кавказской национальности. Просто оперетта. Спокойно, вопрос.
платить надо. А я вашим кредиторам последнее жалование отдам. Жалование? Ты что, работаешь, да? Приходится, дядя. Обучаю музыке хорошим манерам. Ну, ты слышишь, ты кляп? Кляп, пойдешь или работай, а? Если я твоего князя на своей невесте женю, я самая лучшая буду, понимаешь? А? Да. Всех ее клиентов к себе переманю, деньги буду иметь, почет, уважение. И денежная ясно буду иметь. Комиссионные. Стройна, как тополь, не жена, как персик. И все это бесплатно, не прошу с тебя не возьму. Не может он смотрины у него сегодня. Да на что там смотрел, господа, на что? На что? Сестра, прости меня, нахалки, ты запредал, на что? А потолок золотом, сразу видно, что к нас. Ай-яй-яй-яй, потолок золотой, кошелек пустой. В долг пьет, в долг шьет, в кредит живет. Замолчи! Я все его векселя выкупил. Пусть никто не думает, что князь на соне женится, чтоб долги покрыть. Марта в Краевом театре драмы собрались журналисты по поводу приезда в город членов экспертного совета театрального фестиваля «Сибирский транзит». Это уважаемые театральные критики Евгения Троп и Олег Лаевский. Все, конечно, ждали оценок уже увиденных критиками спектаклей «На дне», «Журавлиные перья» молодежного театра, а также спектакля «Дивертисмент» театра-студии «Подвал». Но оценок не было, был недолгий рассказ о фестивале и его задачах. Сибирь огромна, театров много. Мало кто их знал, тем более, что «Сибирский транзит» интересуется всеми театрами, студиями и всем-всем-всем, и пытается, по крайней мере, все видеть. А раз все видеть, возникает полная картина состояний, и состояний и технических, и финансовых, естественно, творческого состояния театров Сибири. Творческое состояние театров, вот его продемонстрировал фестиваль. Фестиваль прошлого года строился еще по принципу участия всех регионов, входящих в Сибирь, с каким-либо спектаклем. На мой взгляд, это было не совсем правильно, потому что все-таки любой фестиваль предполагает не участие по каким-либо таким географическим понятиям или там еще каким-то вне театральным понятиям. А все-таки основное – это качество спектакля. И в этом году будет не 23, как было в прошлом, будет 16 спектаклей, но в основе уже другая идея, потому что фестиваль молодой, развивается, идеи немножко как-то трансформируются, и идея все-таки вот найти то лучшее, те самые интересные работы, которые есть сейчас в Сибири. Художниц, которые после первой совместной выставки стали называть себя товариществом свободных художников, женщин, Лика Добровольская, Юлия Кикоть, Елена Шарова вновь выставили свои произведения и приурочили это к премьере фильма, который сейчас демонстрируется в самом крупном кинотеатре города. Фильм «Фрида» рассказывает о жизни и творчестве известной мексиканской художницы, которая покорила мир своим искусством. Вот и наши местные художницы в поисках своего творческого пути.
очень показательный прошел концерт в клубе «Пешеходный переход», то есть «Зебра». Приурочен он был к юбилею, поэтому настроение было праздничное. Первым выступило творческое объединение «Дубовая роща». Это удивительно самобытный коллектив, о котором много уже говорилось. Они весело глумятся над всей русско-советской песенной культурой. И это у них получает. Только программа старой наблюдается некий концептуальный застой. Потом была группа «Восвояси». Считать их суперзвездами местного рок-н-ролла мы не станем, но то, что эта группа известна, любима и у нее есть свой слушатель, точно. «Восвояси» — это типично авторское искусство, где главное — свобода творчества, поиск своего звучания, своего места в культурном пространстве. У этой группы все получается. Главным номером программы было выступление группы «Ва-банк». Но перед этим мы поговорили с ее лидером Александром Скляром. Вчера мы хотели поговорить о геополитике, но оставим ее и поговорим об искусстве. Все же программа у меня об искусстве. Скажи, пожалуйста. Ну и правильно. Спасибо. Вот ты несколько раз записывался с такими интересными группами. Вот ты устраивал фестивали. Ты следишь за творчеством новых молодых групп? Ну, по мере возможности, конечно, да. Я, во-первых, люблю ходить на концерты молодых групп, мне это интересно. Вот. Иногда бывают очень хорошие открытия для меня. Ну, например, молодая команда «Я и друг мой грузовик», которая меня просто покорила с первого же концерта, на который я попал. Своим необычным составом. Я никогда не думал, что можно играть втроем с открепленным вокалистом без гитары. Интересно. Правда интересно? Вот. Или группа «Пятница», которая вообще состоит из двух людей, из которых только один играет просто на акустической гитаре. Как ты считаешь, вот эта вот коммерция и чистое искусство, они смогут сродниться и быть, знаешь, гармоничными? То есть, чтобы художнику и платили за его творчество, и в то же время, чтобы это не превращалось вот в этот тривиальный шоу-бизнес. Ты знаешь, я думаю, что в принципе противоречие между чистым искусством и коммерцией останется всегда вообще. Всегда до тех пор, пока существует а. коммерция и б. искусство. Настоящий художник всегда будет находиться перед выбором, насколько ему приближаться к грани коммерции, при этом оставаясь самим собой. Рано или поздно, конечно, в этой стране будет примерно то же самое, что сейчас происходит с искусством на Западе, рано или поздно. Ну, примером даже для того, чтобы... Для того, чтобы привести пример, даже не нужно далеко ходить. Мы находимся в клубе сейчас, здесь, в Барнауле, который сделан абсолютно по европейским стандартам. Сюда не стыдно привести ни одну европейскую команду. Начиная от Smashing Pumpkins и качая Rollins Band. А это уже показатель. Потому что, когда рок-н-ролл был некоммерчески востребован, коммерчески, не было места, где он мог бы играться. Если такие места появляются, значит, он начинает приносить деньги. Значит, он начинает приносить доход. Другое дело, что рок-н-ролл по определению будет всегда гораздо менее коммерческим жанром, чем, скажем, поп-музыка. Это, опять-таки, по определению. Ее слушает более молодое поколение, я имею в виду рок-музыку. И, соответственно, этому более молодое поколение меньше платит. Но зато его слушает лучшая часть молодого поколения. А в этом и есть его главное преимущество. Знаешь, есть некое противопоставление, которое еще с давних времен было, да, когда рок-н-ролл был революционной музыкой. Поп и рок-музыка. Да. И ты не чувствуешь, что есть специальная игра на этом некоторых арт-шоу-бизнесменов?
Конечно, есть, абсолютно точно. Но ведь в каком-то смысле рок-музыка и продолжает оставаться революционной, причем даже и на Западе. Берем пример такого, скажем, крупного, уже абсолютно состоявшегося артиста, как Игги Поп. Вот он приезжает в Москву этим летом. Ему 54 года. Казалось бы, можно уже весь революционный пафос оставить как бы в тех годах. Ничего подобного. В его выступлении чувствуется антисоциальный посыл. Антисоциумный посыл. Вот так я бы. Не антисоциальный, а антисоциумный посыл. Вот. Значит, в нем есть доля революционности все равно. Конечно, она в большей степени присутствует у молодых групп, но это так и должно быть. Программа у меня выйдет 7 марта, у тебя день рождения. Я вас искренне поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Желаю, наверное, от всех барнаульских любителей рок-н-ролла огромного счастья, творческих успехов, и чтобы как Игги Поп в свои 54. Очень хорошее пожелание. Спасибо большое. Вы были на сцене. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. И в заключении, звук отменный, настроение у всех было отличное, праздник рок-н-ролла состоялся. Дамы и господа, сначала хочу рассказать историю о недавнем концерте группы «Синяя птица». Было много рекламы, собралась публика послушать своих кумиров. Но оказалось, что это не группа «Синяя птица», а коллектив, который поет песни группы «Синяя птица». Был небольшой скандал, многие потребовали вернуть деньги за билеты. Так что история с двойниками, такими как «Ласковый май 12» или вот теперь «Синяя птица номер 5», не закончились. Но все же это редкий случай. В основном гастролеры, которые приезжают в наш город, настоящие. А к нам собираются звезды эстрады Кристины Орбакайте, Диана Гурцкая, Руки Вверх и многие другие. Будут у нас и театральные гости. 18 и 19 марта в Краевом театре драмы с гастролями Новосибирский театр «Красный факел», который покажет спектакль «Утиная охота». Это обменные гастроли. Наш Краевой театр драмы в эти же дни в городе Новосибирске представит публике великодушного рогоносца. 16-го обещают гастроль звезд Дмитрия Харатьяна и Александра Балуева в спектакле «Люди и мыши». Мероприятие это должно пройти в ДК «Котельщиков». Интересный ход. Посмотрим, как все будет. А 26-го в Театре музыкальной комедии спектакль «Бумеранг» с участием Татьяны Васильевой и Валерия Гаркалина. Но это более понятно и привычно, так как в Театре музыкальной комедии часто случаются гастроли. Там же, в Театре музыкальной комедии 21-го пройдет концерт популярного скрипача Степана Мезенцева с группой «Товарищи». Степана особо представлять не надо, он по-настоящему пользуется известностью, часто гастролирует и делает хорошую карьеру музыканта, выступает и сольно, и с различными коллективами, и совершенно не заражен звездной болезнью.
и еще о нескольких музыкальных событиях. 16-го в зале Великорусского оркестра «Сибирь» состоится концерт «Юные дарования Сибири», а 15-го в концертном зале Алтайского государственного института искусств и культуры пройдет концерт фонического оркестра. Ну а завтра 8 марта. И, конечно же, примите наши искренние поздравления, милые дамы. Будьте счастливы. До свидания, до встречи.